мандарины. Привет! Всех с праздником! Вон Софийка даже нарядилась, правда, очень не хотела этого делать. Софийка, скажи привет! Привет, привет! Привет! Поздравляем всех с праздником! Вот, ждем папу, да. Ждем папу. Нарядились. Вот. Нарядились. Надеюсь, что папа не увидит трансляцию, а сразу придет и увидит доченьку такую красавицу. Такую красавицу увидит. Вот. Ну, мы уже вообще поздравили папу. Но у нас еще есть одно поздравление, еще один подарок. Вот, так что будем ждать. На тренировку сегодня не иду, консультации провожу. Привет. Так, Ворской, привет. А какой это Ворской, интересно? Это не Саша случайно? Добрый вечер. Так, ВКонтакте, кто мне написал, у меня там накопилось очень много сообщений. Я пока что не могу их даже, не то что ответить, а даже прочитать, пока нет, времени не было. Записаться, написать мне на e-mail или на e-mail или ВКонтакт. Что подарила, секрет? Я расскажу. Как правильно приседать? Ну, кстати, вот у меня последние трансляции были на эту тему. На тему правильных приседаний и так далее. И в этом, в Инстаграме я выкладывала пару видео с упражнениями в Смите. Вот. Так. Так, кому не ответила, извините. Возможно, я даже не видела сообщение. Так. Как вы питаетесь во время торжества? Ну, у меня нет деления, на самом деле, потому что у русских людей очень много праздников. Это можно из них не вылезать и, соответственно, постоянно торжествовать, отмечать дни рождения и так далее. Поэтому у меня обычный рацион, просто ем там, например, белок с овощами и так далее. Застолье, да, но я там не ем то, что нельзя. Обычно, как правило, что-то там всегда можно найти. Да, напишите повторно сообщение, кому я не ответила. Возможно, просто я пропустила это. Ну, такое может быть. И достаточно часто такое происходит, поэтому пишите. Мясо, как правило, всегда есть. Мясо и рыба. И это, ну, плюс овощи свежие тоже в основном есть на торжествах. Поэтому можете вот. Софийка, ты такая красавица. Ну, конечно, без хлеба. Что за вопрос, ребят? Когда идешь в гости, они обижаются, если не ешь. Ну, значит, не ходите в такие гости. Нормальные люди вообще не обижаются. Обида – это манипуляция. Что значит обижаются? Не знаю, у меня нет такой проблемы. Я как бы на обиженных воду возит, как говорится. Да, набрали девушек. Ну, как набрали? Мы выбрали, еще пока они не знают, что это они. Ну, одна девочка знает. Вот, но снимать хотели 19-го, 20-го, но съемки в итоге пройдут позже. Вот, но зато мы все уже определили, со всеми договорились. И, в общем,
Такие дела. София тоже правильно питается, все правильно, да. Маринованное ничего. Не хочешь платьишко? Софийка, ну что ж ты раздеваешься теперь? Подожди, еще немножко папу надо подождать. Так, ребят, простите, у нас Софийка не хочет в платьях ходить. Софиечка, ну ты чего? А папу дождаться в красивом платье. Ну ладно, в общем, всем привет, всех поздравляю еще раз. Я для этого, в общем-то, и вышла, мы вышли. Вот, и мы пойдем уже, ждем папу, в общем. До скорого. Еще поболтаем с вами, как будет возможность. Пока.